Главный герой сериала «Детективное агентство» Дирка Джентли никогда не отступит перед сложным расследованием. Детектив Джентли и его верный, но жутко недовольный всем на свете помощник Тодд готовы отправиться на раскрытие очередного преступления. Каждый новый сезон эти персонажи будут расследовать сложное запутанное дело. В этот раз они сталкиваются с тайной, которую никто не мог раскрыть уже давно. На пути главных героев ожидают реальные опасности. Каждая новая серия – это очередной шаг к разгадке, а также очередное испытание, которое Джентли и Тодди предстоит пройти, несмотря на трудности и некоторые проблемы с логическим мышлением. Дата выхода второго сезона сериала объявлена. Премьера новых серий состоится 21 октября 2017 года.